Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор Библейской церкви в Оксфорде. Мы продолжаем серию о силе хвалы и поклонения. Почему они так важны? Почему мы должны славить Бога и какая от этого польза? Во-первых, мы были созданы, чтобы прославлять Бога. И в прославлении мы исполняем цель нашего существования. Главной причиной, почему мы ходим в церковь, должно быть благословение Бога и почитание Его, поклонение Ему как Он и повелел. Бог велел нам поклоняться Ему не только индивидуально, но и коллективно. И мы делаем это, чтобы почитать Его. Если бы не было других причин, то этого уже и так достаточно. Нам, творением, следует славить нашего Творца. 91-й Псалом говорит так. «Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний». Возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи. Иными словами, поклонение как образ жизни это хорошо и правильно. А 32-й Псалом говорит: Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славословить. Но в поклонении Богу есть много благословений и преимуществ. В прошлый раз мы говорили, что одно из преимуществ хвалы она благословляет Бога. Мы были созданы для удовольствия, чтобы благословлять Его. А сейчас я хотел бы перейти к третьей причине. Хвала и благодарение — это путь для входа к Богу. Можно сказать, что это божественный протокол, согласно которому мы приходим к Богу и входим в Его дворы. Без хвалы и благодарения мы приходим к Богу недолжным образом, и тогда мы не сможем наслаждаться им. Есть три слова, описывающие нашу близость с Богом. И нам нужно понять их, чтобы знать, как войти в эту близость. Речь о хвале, благодарении и поклонении. Это слова, указывающие на близость с Богом. Есть разница между хвалой и благодарением. В хвале мы фокусируемся на характере Бога, на том, кто Он а в благодарении мы сфокусированы на том, что Он сделал, в частности для нас. Хвала — это провозглашение имени и характера Бога. А благодарение — это что-то более личное. Оно основано на проявлении Его характера в нашей жизни. Что Он сделал для нас и что обещает сделать. Благодарение — это признание всего этого и наша ответная реакция на все, что Бог уже сделал или обещал сделать для нас. Итак, хвала провозглашает его характер и величие, а благодарение — это наша ответная реакция на Его благость, милость и благодать по отношению к нам. Благодарение играет очень важную роль в поддержании Божьей благодати в нашей жизни. Когда мы благодарим Бога, мы тем самым позволяем благодати еще больше течь в нашей жизни. Поклонение — это наивысшая форма общения с Богом. Хвала и благодарение — это прелюдия к поклонению. Сравним это с романтическими отношениями. Все начинается с того, что мужчина прославляет и благодарит женщину. То есть рассказывает ей, что она значит для него и как она его восхищает. Это открывает ее сердце, и теперь они могут иметь еще более близкие отношения. Они могут целоваться или еще больше, и соединение сердец в этой близости можно сравнить с поклонением. Хвала и благодарение вводят нас к Богу, а поклонение это то, что происходит, когда вы уже рядом с Ним. Поклонение это поцелуй. Так это слово переводится с греческого языка. Поклонение это интимное общение, восхищение и подчинение Богу в святом святых, в Его непосредственном присутствии. А надеющиеся на Господа обновятся в силе. Под ним открыли, как орлы потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. А надеющиеся на Господа, собравшиеся вместе с Господом, тесно переплетенные с Господом в тесных объятиях, лицом к лицу, с Ним в поклонении открытым сердцем, принимая от Него любовь и отдавая Ему свою любовь. Они обновятся в силе, получат от него новую порцию силы. В результате поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Здесь наблюдается определенная последовательность. Хвала и благодарение приводят нас к Богу. А когда вы уже рядом с Ним, вы входите в поклонение в святом святых поклонение — это интимное соединение нашего сердца и духа. А хвала — это божественный протокол для входа к Богу. Это хорошо видно в 99-м псалме. «Воскликните Господу» — это еще один способ хвалы. «Вся земля». «Служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием». Как видите, хвала связана со входом к Богу. Как же мы входим к Богу? Тут используется аналогия с храмом. Сам Господь, сам Дух — это святое святых. Идите пред лицо Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы — Его, Его народ и овцы паства Его. Когда мы начинаем славить, к нам приходит осознание, что Он — наш Господь а мы — Его паства. Когда мы благодарим Его, наши сердца начинают подчиняться Ему все больше и больше. Особенно, когда мы напоминаем себе — какой Бог великий. Мы напоминаем себе, что мы принадлежим Ему. Мы Его народ. И все это готовит нас к поклонению. А ключевой из стих звучит так: входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою. Приходя к Богу, мы проходим через ворота с благодарением. Мы благодарим Его за все, что Он сделал, и признаем Его Бог благость и доброту. Затем мы с хвалой входим в Его дворы. То есть мы все дальше входим в Его дворы. А сам Бог, Его Дух, входит в нас. И Иаков писал, «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Итак, мы входим к Богу, а сам Бог входит в нас. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовеки и истина Его в рот рот. Это описание того, как поклонник движется вместе с Божьим Духом. Все начинается с хвалы и благодарения. Мы благодарим Бога. А за что? Посреди всего прочего, поклонник или священник приносит жертву потому что именно кровь дает вам доступ к Богу. То есть, символически, поклонник приносит кровь. Эта кровь дает ему доступ в святое святых. Итак, приходя к Богу, самое лучшее, что вы можете сделать, благодарить Его за кровь Иисуса. Спасибо, Господь, что благодаря твоей крови я праведен, очищен и исцелен. В твоей крови я имею победу и все благословения доступны мне. Когда вы благодарите Бога за кровь Христа, вы входите в Божий тронный зал. А затем вы славите Бога за все то, кем Он является, за то, какой Он чудесный и прекрасный, и за все то, что Он сделал. Так вы постепенно доходите до поклонения, когда вы подчиняете свое сердце Богу. Мы видим этот порядок в 94-м псалме. Во-первых, все начинается с благодарения. «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего». Псалмопевец говорит о своем спасении. Это благодарение. «Господь, Ты моя твердыня. Я стою на Тебе. Ты никогда не подведешь меня. Спасибо за то, что Ты спас меня. Я могу положиться на Тебя в моем вечном спасении. Предстанем лицу Его со словословием. Словословие или благодарение — это божественный протокол, по которому мы входим в тронный зал Бога. Так задумал Бог. Затем он переходит к хвале в песнях, воскликнем Ему, ибо Господь есть Бог Великий». Так псалмопевец напоминает себе, что Бог — великий Творец, и Он больше всех Своих творений, и Царь Великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор — Его же, Его море, и Он создал Его, и сушу образовали руки Его. Иными словами, он говорит, «Бог, какой ты великий! Какой ты могущественный! Какой ты мудрый!» И он славит Бога. Он поет ему «Аллилуйя!» Затем, после благодарения хвалы, его сердце уже рядом с Богом. Он вошел во святое святых, и теперь он поклоняется. Вы не можете начать с поклонения. Вы можете поклоняться Богу, только войдя в Его дворы. Вы входите с хвалой и благодарением, и только потом вы переходите к поклонению. Шестой стих. «Придите, поклонимся и припадем. Преклоним колени пред лицом Господа, Творца нашего». Здесь речь идет о подчинении и повиновении. «Господь создал меня, поэтому повиновение Ему уместно». «Ибо Он есть Бог наш, и мы — народ паства Его, и овцы руки Его». То есть Он создал меня, искупил меня, и я принадлежу ему, поэтому я и поклоняюсь ему. Когда вы входите во дворы Бога и поклоняетесь ему, вы лицом к лицу с Богом, и тогда вы начинаете слышать его голос, его указания для вашей жизни. Именно поэтому в следующем стихе сказано, «О, если бы вы ныне послушали глаза его». «Не ожесточите сердце вашего». То есть там вы начинаете слышать голос Бога. Но теперь вам нужно следить за тем, чтобы ваше сердце было мягким. Итак, когда мы приходим к Богу, то сам Дух Божий входит внутрь нас. Иными словами, в нашу душу проникает атмосфера небес. Через поклонение мы настраиваемся на Бога. Думайте об этом так. Когда вы открываете врата своего сердца Богу, Его врата открываются для вас. Мы входим к Нему, а Дух Божий входит в нас. Это божественный протокол. А вот почему хвала и поклонение так важны. Они предназначенный путь к престолу Бога Отца. Кстати все ответы на вопросы вашей жизни находятся именно в Боге. Там находится мудрость, направление для вашей жизни и вся необходимая вам сила. Иисус сказал: « Настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Заметьте, что истинное поклонение должно быть в Духе. Бог — это Дух, и настоящее поклонение — это общение с Богом, Дух к Духу. Вы не можете поклоняться Богу издалека. Вы можете славить его издалека, но поклоняться Богу можно только сердцем к сердцу и дух к духу. То есть настоящее поклонение происходит в духе. Бог, дух. И мы тоже — Дух. Настоящее поклонение — это Дух к Духу. А еще здесь сказано, что поклонение должно быть в истине или в соответствии с истиной. Перед тем, как войти в поклонение Духом, вашей душе должна быть утверждена Божья истина. Ваша душа должна быть наполнена истиной. Я считаю, что для того, чтобы войти в поклонение, вы в первую очередь должны войти в истину, а это происходит, когда вы славите Бога и благодарите Его. То есть вы провозглашаете истину о Боге. А вы говорите, Бог ты великий. Ты создал все вокруг. Ты чудесный и великолепный суверенной. Так мы провозглашаем истину о Боге, и это настраивает нас, наше сердце и душу, на хвалу. Истина очень важна. Мы должны поклоняться Богу, а в истине. А когда мы благодарим Бога, то опять же провозглашаем истину о том, что Бог сделал для нас. Так мы готовим свое сердце и душу. Затем мы можем войти в Его дворы и поклоняться Ему дух к духу. Тот же божественный протокол мы видим в Евангелии от Матфея, 6 главе, в молитве «Отче наш». Тут сказано, Очень наш сущий на небесах. Да светится имя Твое. Перед тем, как перейти к просьбам по божественному протоколу, вам нужно войти в Его дворы. А как вы это делаете? Освящая Его имя. Это означает свято Твое имя. Библия говорит освещайте Бога в сердцах ваших. Это значит, поставьте Его выше всего. И вот что вы делаете во время хвалы и благодарения. Вы освещаете Его имя. Спасибо, Господь, Ты прекрасен. Вы провозглашаете Его благость вы поднимаете его в своем сердце выше других. Это первое, что вы должны сделать, чтобы прийти к Богу. И только после этого вы приносите Богу свои просьбы. Тогда вы говорите, «Да придет царство твое». «Да будет воля твоя и на земле, как и на небе». Если вы освящаете Бога в своем сердце, Он откроет вам свое сердце и зальет на вас всю свою любовь. Многие люди сразу переходят к просьбам. Они не приходят к Богу так, как нужно. Они не почтили Бога, не прославили Его, не поклонились Ему. А потом удивляются. «Почему? Ничего не получается». Вам нужно научиться славить Бога в своем сердце. Это откроет его сердце, его врата, и он и зальет свои благословения на вас. Освещать — значит говорить «я обожаю тебя». Никто не сравнится с тобой. Если вы сейчас попытаетесь прославить Бога от всего сердца, то можете столкнуться с сопротивлением вашей душе. Ваши мысли хотят думать о чем-то другом и фокусироваться на чем-то ином. Когда вы пытаетесь приблизиться к Богу и ощущаете такое сопротивление, то это говорит, что в вашей жизни еще есть идолы, которые требуют вашего нераздельного внимания. Но вам нужно продолжать, продолжая славить Бога. По тем самым утверждаете, что для вас Бог важнее, чем то, что пытается занять ваши мысли. Бог более ценный и более важный. Бог выше всего остального. Двигаясь в этом направлении, вы освобождаетесь от этих идолов, и тогда можете полностью посвятить себя Богу. Так ваше сознание очищается, и вы можете прийти к Богу. Не потому, что Бог прятался от вас, а потому, что вы были заняты идолами. И ваше сердце не могло войти в тронный зал отца. Но когда вы славите Бога и благодарите Его, Бог дает вам свободу от этих идолов, и теперь вы можете поклоняться Богу. Мне помогает поклоняться Богу размышления над Его именами. Да светится имя Твое. Нам нужно славить имя Бога. Элохим значит Творец. Господь, я славлю Тебя. Ты создал меня. Ты могущественный Бог. Иегова — Бог Завета. Эль-Шадай — Бог, которого больше, чем достаточно. Ты источник и обеспечитель. Я также рекомендую вам разобрать восемь заветных имен Бога. Это очень поможет благодарению. Первое Егова Ира, Господь мой обеспечитель. Мы берем это имя и начинаем превозносить его, а потом мы присваиваем его себе. Это благодарение, потому что мы не говорим, что Бог обеспечитель в целом, а Он наш обеспечитель. Мой обеспечитель. Иегова Ира, это означает, что Бог обеспечивает мои нужды. Иисус обеспечил все, умерев на кресте за меня. Он видит все, что мне нужно на каждом этапе моей жизни. И он уже все приготовил для этого. Мы признаем это через благодарение. Господь, спасибо тебе. Ты Иегова Ира, ты мой обеспечитель. Спасибо за все хорошее, что ты обеспечил для моей жизни. Спасибо, что и в будущем все мои нужды будут покрыты. Когда у меня возникает какая-то нужда, ты покрываешь ее. Спасибо, Господь. Да светится имя Твое. Я славлю тебя. Следующее, Игова Макадеш, Господь освящающий меня, Господь, ты моя святость. Освящение связано с вашим естеством. Иногда мы чувствуем себя далекими от Бога, потому что нам якобы чего-то не достает. Но только Бог может сделать нас хорошими и достойными. Когда мы подчиняемся ему, он делает нас такими, как Иисус. Он вкладывает в нас свою ценность и за это мы говорим: Спасибо господь. ты освещаешь нас, ты наполняешь мое сердце, своей любовью. Ты наполняешь мое сердцем. Ты делаешь меня хорошим. Ты делаешь меня хорошим мужем, отцом или женой. Ты освещаешь меня. Благодаря Бога за это мы все больше и больше входим в Его дворы, а также мы входим в покой. Иегова Циткейну, Господь моя праведность. Господь, Ты моя праведность сегодня. Спасибо Тебе за это. Спасибо за то, что Ты ведешь мою жизнь в правильном направлении. А еще и Егова шалом. Господь мой мир, спасибо за то, что ты даешь мне совершенный мир. Я в полной гармонии с тобою. Ты мой мир. Я принимаю твой мир сегодня. Егова Рафа, Господь мой целитель. Господь, я принимаю тебя как моего целителя. Спасибо тебе. Ты мой целитель, моя сила. Ты обновляешь мою юность. Спасибо, Господь. А вот что означает освящать Его имя. Отец, Твоими ранами я исцелен. Ты мой целитель сегодня. Игова Нисси, Господь, моя победа. Отец, спасибо, что ведешь меня по жизни с победой. Твоя рука на мне. Ты даешь мне победу. Ты даешь мне победу над грехом. Ты даешь мне победу над сатаной. Ты моя победа над всем. Спасибо тебе за это. Спасибо, что своей смертью и воскресением ты победил всех врагов. Ты моя победа. А вот так мы приходим к Богу с хвалой и благодарением. Игова Шамма. Господь, моя переливающаяся через край радость. Отец, спасибо, что наполняешь меня помазанием. Я принимаю Твое помазание, Отец, и спасибо за то, что моя чаша переполнена. Затем Иегова Рохи, Господь, мой пастырь, Аллилуйя, Господь, Ты ведешь и направляешь меня. Об этом сказано в 22-м псалме. Его Рохи» означает, что Он не просто сделал все для нас, но еще и ведет нас во все эти благословения. 21-й псалом говорит о том, как Иисус умер на кресте, чтобы приобрести для нас все благословения. А 22-й псалом показывает Иисуса воскресшего из мертвых. Он пастырь, и Он ведет нас, Своих овец, за Собой во все благословения. Господь пастырь мой, Иегова Рохи, я ни в чем не буду нуждаться. А это Иегова Ира, ты мой обеспечитель, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажицах и водит меня к водам тихим. Иегова Шалом, Бог мой мир, подкрепляет душу мою, Иегова Рафа. Он мой целитель. Он исцеляет не только мое тело, но и восстанавливает душу мою. Когда все вокруг разочаровывают и расстраивают меня, Господь подкрепляет меня и исцеляет мою душу. Направляет меня на стези правды ради имени своего, Егова Цеткейну. Господь ты моя праведность. Господь, Твой Дух и Твое Слово ведут меня в правильном направлении. Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла. Егова Нисси, Ты моя победа. Даже во время опасности Ты мой защитник, потому что Ты со мной. Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Егова Шамма, ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих. Егова нисси, Аллилуйя. Умастил елеем голову мою, Егова Макадеш, чаша моя преисполнена, Егова Шамма. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я прибуду в доме Господнем многие дни. А вот как вы можете приходить к Богу. Это лишь прославление Его имени. Провозглашайте, кто Он для вас. Благодарите Его. Господь, благодаря крови Иисуса, Ты мой Целитель, Ты моя праведность. Ты мое освящение. Я отдаю всю мою жизнь в Твои руки. Ты моя победа. Я не пытаюсь сделать все своими силами. Я полагаюсь на Тебя. Ты все для меня. Делая это, вы входите в покой, а Его Дух — входит в ваше сердце. Вы приходите к Нему с истиной. Вы приходите к Богу и славите Его истиной о том, кто Он на самом деле. И делая это, вы приходите пред его светлое лицо. Тогда ваш дух начинает контактировать с его духом. И теперь вы можете перейти к поклонению и переплести свое сердце, сердцем Бога. Это изменит всю вашу жизнь. Хвала и поклонение имеют огромное значение. Я прошу вас, поставьте их на первое место. И тогда ваша жизнь засияет новыми красками. Итак, сегодня мы разбирали с вами хвалу и поклонение. Мы приглашаем вас на наши воскресные собрания, которые проходят в 11.00 и 18.00 по адресу, который вы видите на экране. Приходите, мы ждем вас.